Сентябрь не только старт нового учебного года в школе, но и начало работы спортивных секций. Причем заняться спортом в регионе можно как на профессиональном, так и на любительском уровне. В детско-юношеском центре «Авангард» открыт набор в художественную гимнастику для всех. Красавицы не соревнуются между собой. Девочка соревнуется только с собой. И медаль получает каждая свою. Она справляется с композицией, составленной по правилам художественной гимнастики, и она достойна золотой медали. Они это как раз-таки разрабатывают координационные способности, а это связано с работой мозга. Поэтому, тренируясь в зале, они начинают учиться и лучше в школе, и, соответственно, лучше приспосабливаются к жизни, лучше становятся сообразительнее. В качестве мотивации – подарки. Например, сладости какие-нибудь. Уже гимнастки, какие сладости вам? Как-то можно все это. Можно также принести домой и всей семьей поесть.